Стоять! Я тебя не знаю. Говори, откуда и зачем пришел. Я родом с Фишира. Хочу получить у барона разрешение на проход к Сильверлейку. Долго же тебе придется ждать. Это почему? Нет, у барона времени на всякие мелочи. Его родные брат Гертан и сестра Люван предали Стюарк и якшаются с проклятым королем Миртаны. С Робором? Выходит, город в опасности? Если мы не сумеем в скорости заковать предателей в кандалы, то как пить дать? Стюарк никогда не склонится перед миртаницами. Слава или смерть? Отрадно слышать. Этот проклятый король разорил мой отчий дом. Слушай, может, я все-таки смогу попасть к барону на прием? Вдруг чем помогу? Ладно уж, странник. Ты можешь пройти в город. Но учти, мы не спустим с тебя глаз. Чего тебе надо? Желаешь познать таинство алхимии? Я могу открыть тебе секрет приготовления волшебных зелий. Это не повредит. Отлично. Баш на баш, ты мне, я тебе. Как мой подручный, ты первым делом должен уладить для меня одно дельце. Сущий пустяк. Надо было это предвидеть. Какую работу ты хочешь мне поручить? Я отправил своего подмастерья Хема провести эксперимент. Он должен был вернуться давным-давно. Никчемный болван, никакого от него проку. Вот мне и приходится искать того, кто завершит начатое. Я схожу и узнаю, что приключилось с Хэмом. Отлично. И если найдешь его живым, дай ему от меня похари. Непременно. Где мне его искать? Я отправил этого идиота на восток, на ферму Актара. Стой, парень! Что тебе надо? Я хочу видеть барона! Эй, что тут смешного? Парень, ты пойми, кто ты, а кто барон. Он не принимает всех желающих. Да из чего он тебе сдался? Хочу попасть в Долину Крови, а для этого нужно разрешение. Ты что, решил подраться в тамошнем сражении? Ты? У тебя ни сил, ни выправки. Я не хочу сражаться. Мне надо попасть в Сильверлейк. Дружеский совет, парень. Наплюй. Я никого не пущу. И тебя тоже. Погоди-ка. А ведь я тебя уже где-то видел. Ты часом не с Фишира? Малый, который приплыл в Варган с Диего. Ты знаешь Диего? Удивлен? Диего мой приятель. Можно сказать, старый друг. Он мне о тебе рассказывал, пока за решетку не угодил. Диего в тюрьме? Да, поверить в такое нелегко. Раньше я то и дело попадал в кутузку, а он всякий раз меня вытаскивал. Теперь другой расклад. Хочешь ему помочь? У тебя есть план? План? Зачем мне строить планы? У меня есть топор! Но Диего наказывал мне обождать. Счел, что со временем само собой все образуется. Так что спускайся-ка ты в казематы и поговори с ним. Может быть, он передумал? Я что, смогу просто взять и войти? Скажи тамошнему стражу Олдричу, что от меня. Скажи, что если он тебя не впустит, я намну ему бока. А как я попаду в темницу?
Ступай отсюда обратно вниз по лестнице и на следующем пролете сверни направо. И дальше спускайся вниз, пока не увидишь унылую харю Олдрича. Что ты здесь шастаешь? Меня прислал Горн. Я должен поговорить с Диего. Откуда я знаю, что это правда? Горн попросил передать, что если я не попаду внутрь, ты попадешь к костоправам. Да, это похоже на Горна. Ладно, я тебя пропущу. Но учти, никаких глупостей. Что случилось? А, ты пришел. Я очень на это надеялся. Радуйся, что мне повстречался Горн, а то я так никогда и не узнал бы, что тебя упрятали в темницу. Кстати, он подумывает тебя вызволить. И, конечно же, своим топором. Но это лишь погрузит город в хаос. Ты что, хочешь и дальше сидеть в тюрьме? Нет, конечно. Потому и ждал, и надеялся, что ты придешь. Что требуется от меня? Ну, меня обвиняют в убийстве Мермунда, который был правой рукой барона Ренвика. Я смогу выйти, только если кто-то докажет мою невиновность или приведет живого и невредимого Мермунда. Горну такое не по плечу, он малость туповат. А вот ты, у тебя может и выйти. Ясно. Стало быть, пойду искать этого Мермунда. С чего лучше начать? Для начала поговори с Винстаном. Когда я в последний раз видел Мермунда, он вертелся поблизости. Кто такой Винстан? Солдат из городской стражи. Вообще-то он неплохой парень, но у меня есть подозрение, что он заодно с повстанцами. А ты знаешь, где его можно найти? Ну, обычно он патрулирует западные окраины города. Там его и ищи. Ясно, с этого и начнем. Постой. У меня есть еще кое-что для тебя. Что именно? Отмычка. Всех запоров она, конечно, не отопрет, но небольшие замки на сундуках запросто. Возьми, вдруг пригодится. Что тебе нужно? Тебя зовут Винстан, верно? Угадал. Что тебе известно о повстанцах? Ну, они говорят, что настоящий барон Стюарка — Гертан. А нынешний Ренвик просто... Чтобы они не болтали, мы их всех прищучим. Хотя, надо признать, они ловко заметают следы. Кто такой Гертан? Главарь бунтовщиков? Да, он самый. Неудивительно, что повстанцы его так превозносят, верно? Ну, ходят слухи, что простой люд тоже тайком поддерживает Гертана. У повстанцев есть сочувствующие среди народа? Еще как есть. Думаю, им самое место в темных клетях с толстыми решетками. А что слышно в страже? Может, и среди наших защитников найдутся поборники Гертана? Что? Я ни за что. Все стражники верны барону. Как у тебя язык повернулся? Хватит уже. Говори, куда вы дели Мермунда. Тогда я не сдам тебя барону Ренвику. Как? Как ты узнал, что это мы похитили Мермунда? Я знаю и все тут. Давай, выкладывай. Постой.
Ты и правда хочешь довести Стюарк до разрухи? Заискивание перед проклятым королем Стюарк не спасет. Верно. Когда Гертан станет бароном, король получит хорошего пинка под зад. Что? Я слышал совсем другое. Надо выбирать, кого слушать. Это Ренвик хочет отдать город Робору. Его сестра Лювен может это доказать. Не поверю, пока не увижу. Тогда знай, Лювен пришлось бежать. Сейчас она прячется где-то в городе, но даже я не знаю, где именно. Если ты ее найдешь, то сразу поймешь, что мы стоим за правое дело. С меня довольно твоих россказней. Или ты говоришь мне, где Мермунд, или я выбью из тебя признание силой. Так ты принял сторону Ренвика. Тогда у меня нет выбора. Защищайся! Защищайся, пес! Хватит, хватит! Мермунд у нас! Повстанцы держат его в пещере. Это за городом, на северо-востоке. Там есть старая грязная дорога, которая соединяет пещеру с имением Актара. Так чего ты сразу не сказал? Мог бы спасти свой нос и сохранить достоинство. У нас есть пароль. Скажи его стражникам у ворот, и они пропустят тебя в укрытие. Выкладывай, что за пароль? Именем Ренвика! Сдавайтесь! Это и есть ваш пароль? Ну, Гертан еще не потерял чувство юмора. Добро пожаловать! О, дай-ка я угадаю. Тебя послал Актар. Боюсь, что его походные алтари еще не прибыли. Война, знаешь ли, товар в дефиците. И все такое, понимаешь? Никто меня не присылал. Уж точно не Октар. Ой, прости. Просто у тебя такой представительный вид. Я и подумал, что ты один из мордоворотов Актара. Это, очевидно, был комплимент? Ну, конечно. Кстати, такие люди, как ты, всегда мне нужны. Если ты мне поможешь, я дам тебе взамен нечто весьма полезное. Что случилось? Ночью из дома напротив можно услышать голоса и приглушенные крики с верхнего этажа. А в окнах красный свет, точно кровавая заря. Я бы сходил, проверил, но боюсь. А как же городская стража? Они надо мной смеются. Надо мной! Нынче перестали уважать почтенных горожан. Я могу осмотреть этот жуткий дом, если что. Боюсь, что это может оказаться не так просто. Ключ от дома находится у его хозяина, а он такой кошмарный хам. У меня богатый опыт общения со всяким быдлом. Кто хозяин дома? Стражник Чак. Он отвечает за складскую комнату. Найдешь его сразу справа за воротами. Ты что же, хочешь, чтобы я настроил против себя всю городскую стражу Стерка? На этот счет не переживай. Чак такой урод, что его ненавидят абсолютно все. Даже его товарищи пальцем не шевельнут, если Чак вдруг скатится по лестнице и свернет себе шею.
Проваливай отсюда, шельмец! Пшел вон! Спокойней, Чак. Мне нужна твоя помощь. Что ты тут забыл? Че тебе надо, коротышка? Всего лишь ключ от твоего дома. Тогда тебе даже больно не будет. Я тебя верно расслышал? Ты хочешь ключ от моего дома? Точно, я хочу проведать твоих шумных жильцов. На кой ляд тебе сдались мои жильцы? Ты совсем рехнулся? Не говори, что я тебя не предупреждал. Когда я разделаю тебя под орех, пойдешь на корм свиньям. Черт, блин! Хватит! Ну, кто из нас свинячий корм? Гони ключ! Вот он! Радуйся, пока с жильцами не встретился. Встречусь. Они тебя разорвут. Пикнуть не успеешь. А ты тому только рад будешь, да? Это уж точно. Можешь поставить на это последнюю рубашку. У меня большие неприятности. Что стряслось? Люди хотят пить, а у меня заканчивается медовуха. Раутер, вон, весь день сидит и дуется. Я ему уже сказал, что пить скоро будет совсем нечего. Только не говори, что надо принести медовуху от Мурдры. Нет, у меня заканчивается мед. Принеси мне медовые соты, а я покажу, как варить медовуху. Сколько нужно сот? Если прикинуть, то надо разорить с полдюжины ульев. Этого должно хватить. Где можно найти мед? К востоку от города, у фермы Актара. Там живут пчелы. Дикие, но у них тоже есть мед. И гнезда не всегда легко заметить, поэтому лучше внимательно все осматривать. Чёртов дождь. Я таких кашей на завтрак ем.